прыг. Давай прыгай. Прыг. Скок. Кто в детстве прыгал? Мама Лена прыгала. Сынульчика. Мамусечки. Давай. Прыг, скок. Прыг, скок. Тут вижу, детки нарисовали, прыгали. Мы приехали в Копачены к деду. Завтра праздник Троица. У них день села. Ура! Будем праздновать, пойдем на танцы. Ох, сколько мама ходила на танцы сюда в Копачены. А завтра с сынулькой пойдет на танцы. Мусик, иди сюда. Это Копаченский клуб. Я уже показывала. Какие красивые тут в Копаченах розочки. И тут розочки. Красота. Не, не рви, нюхай, нюхай только. Не достает. Не рви бы сейчас нюхать листочкой. Сейчас примарь выйдет. Это их примария. Скажет, эй, пуня лок, флорещика. Давай, не рви. Нет, нет, нет. Ега-га-га. Утро. Скажи всем доброе утро. С праздничком. Сегодня Троица. Сегодня храм в Копаченах. Дэвид первый хромарь. Да, скажи, я не хромаю, я хромарь. Ну что такое, Адика мне, капризюля. Вкусный сок, зайка. Мы ходили в магазин, купили вкусняшки еще. Ждем гостей. Давай, идем. А, ты вытащил палочку. Подожди, подожди. Дай мама поставит палочку. Подожди, вот так, на. Вот так держи. Пей. Ты любишь сок? Пошли. Тихонько. Пошли, зайка. Боже, жарко. Опять вытащил палочку. Идем, зайка, пошли. Такая жарень. 10 часов утра, а уже 35 градусов. Идем, зайка, пошли, сыночек. Да, кашу ты ел. Проснулся утром у деда, пол восьмого, кричит, кашу, Диди, кашу. Да, ты любишь кашку. Давай, зайчик, пошли бы жарко. Спрятались в тенечек немножко передохнуть. Да ну, жара, товарищи. А еще все лето впереди. Мы тоже такие интересные, знаете, когда холодно и хочешь жару, когда жарко, уже жалости, что, блин, слишком жарко. Реально, смотрите, как с меня течет. Прям пот течет. Кто там? Дэвид маленький. А, он там маленькие цыпочки увидел. Фух. Храм Тарарам. Храм Тарарам сегодня. Мы идем потихонечку наверх к деду, да? Жарко. Сейчас гости будут приходить. Покажем, что мы вчера вкусненького приготовили. И ждем гостей. Наши первые хромари. Покажу наш праздничный стол. Смотрите, тут у нас овощи, рыбка, селедка, рыба жареная, холодец, крабовый салат. Тут котлетки, мититеи, колбаски, шуба, сладости. Мы пока первые хромари. Посмотрим, может, еще кто придет. Приятного аппетита всем. Давидусь, кто у меня самый красивый мальчик? Скажи, мы пришли на танцы, а пока глухо. Кушай, зайка, кушай. Мой малый смотрит на деток. Ну так интересно.
Шикарные за осиною талии.